Здравствуйте! Сегодня я вам покажу простую камеру, как двигаться по оси Z, как двигаться по оси Y и также как скроллить мышкой вниз и вверх. Давайте сначала посмотрим, как двигаться по оси Z, то есть вправо-влево. Вот видите, при нажатии клавиши I, вы можете любую другую клавишу, мы будем двигаться по Z. При нажатии на K мы будем двигаться по Z минус, то есть влево. А Z в плюс вправо. А для всего этого нам нужен variable movement, который присвоено значение вектора 3, естественно. То же самое мы делаем по оси Y. Как видите, у меня этот код откомментирован. Причина в том, что чтобы он действовал, то есть чтобы наша камера опускалась на север или на юг, то есть не опускалась, а двигалась, нам нужно, чтобы значение камеры по оси X стояло на 90 градусах. Если этого не будет, то камера постепенно опустится или вниз, или опустится, поднимется вверх. Чего нам не надо. Поэтому код у меня откомментирован, потому что в игре я использую 65 градусов по оси X. Вот этот вот простой код двигает мышку, то есть если у вас есть на мышке такой кружочек, и если вы будете двигать вверх, вот здесь вот, то ваша камера будет двигаться по оси Z резко вверх, то есть плюс 5, как вы видите. Или минус 5, если вы будете двигать вниз. Давайте все это посмотрим, как выглядит в игре. Зайдем в знакомую нам игру. Нажмем на play. И теперь я сделаю, как вы видите, вверх и вниз. То есть довольно-таки плавный скролл у нас получается. Вот благодаря такому легкому коду вы сможете уменьшать и увеличивать вашу игру. Спасибо за внимание. До свидания.